В Кишиневском ожоговом центре умер 16-летний подросток из Паркан Давид Веркашанский. Трагедия произошла 11 июня на рыбалке. Парень задел удочкой высоковольтную линию. Давида отвезли в Бендерскую больницу, ввели в искусственную кому, подключили к ИВЛ. Состояние было критическое. Решили срочно везти в Кишинев. Боролись 8 дней, были проведены абсолютно все реанимационные и комплексные меры интенсивной терапии, но несмотря на все мероприятия и за все проведенные процедуры, мальчик умер 19 числа, через 8 дней. Врачи в ожоговом центре говорят, подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело Давида обгорело на 97%. На рыбалке был с другом Максимом, тот и вызвал помощь.